Привет! Я, как вы думаете, где? Я иду с почтой. Я несу что? С почтой я обычно ношу посылки. Вот. Галя заказала штуку такую. Вот мне ее пришлось нести. Сейчас я вам ее покажу. Вот. Вот эта машина. Это вот такую вот она заказала штуку. Это я потом вам расскажу. Классная штука, очень нам нужная. Вот. Но посылок оказывается не одна, а их 5. Вот. В общем, хорошо. В общем, в итоге получилось 6 посылок. Причем я ходил груженный 2 раза, потому что за один раз не унести. Вот. Большая посылка — это специальная тележка. Она 200 килограмм с бортиками, с откидывающимися, можно перевозить что-то. То есть, допустим, привез я, у нас будут дорожки везде, вот привез я там мешков 10, там 12 корма, да, можно на них, на эту тележку их погрузить.